Сканирую удостоверение. Принцип. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, саппорт Родригес. Хорошо выглядит. А что, хорошо? Если такому, как ты, требуется моя помощь, но я должен предложить. Вот, возьми, если хочешь. Будь осторожен, Сэм. Без тебя мы никуда. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес.
Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Ну что, пора. И впредь так держать. Ah.
помнишь, как родился? Лично я помню, как была в утробе. Я была не одна. Я слышала, как бьется сердце матери. И Локни тоже. Мы были сиамскими близнецами. Единым целым, еще до рождения. Но потом нас попытались разделить. Операция прошла успешно. Но мы остались едины. Мы слышали мысли друг друга без слов. Моя радость была ее радостью. Ее боль – мою. И расстояние между нами не имело значения. Кто-то назовет это. Слушай, кто-то назовет это телепатией. Разделенные телесно, единые духом. У нас был собственный берег. Наш общий берег. Можно сказать, личная хиральная сеть. С помощью кьюпидов мы построим сеть, которая даст всем то, что есть у меня и Локни. Я видела все это перед тем, как пришла в Бриджес. Сеть, которая объединит всех, какими бы разными они ни были, которая сделает нас единым целым. Она не для того, чтобы управлять людьми, а для того, чтобы объединить их, чтобы они могли делиться всем. Я знала, что она изменит мир. С помощью Амелии мы разработали дизайн кьюпидов. Но после нападения и родов все изменилось. Впервые в моей жизни Локни не была со мной. Ну а теперь я не одна. Я снова чувствую ее. Она рядом. Спасибо, Сэм. Я снова едина. Мы вместе, сестренка. Вместе. Прости, Бог.
изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Брит. Оружие разрешено. Малинген, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не... Можешь ничего не говорить. Локни, почини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? И буду любить. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой. Она через такое прошла. Я не представляла. Я думала,
Она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Я починила Кьюпид, как она просила. Теперь лимитер должен работать как положено. Но есть один момент. Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Ну, не целиком переписал. Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малингин наконец снова встретились. Может, виновных далеко искать не надо? Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери. Она, конечно, все это знала. Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Она пошла на это, чтобы защитить меня и нашу дочь. Сестра, я тебя слышу. Мы снова вместе. Едины. Как до этого в утробе. Помнишь? Малингин. Локни. Контакт с крайним узлом. А ты, Локни, благодаря твоей работе хиральная сеть никогда не отключится. Вместе мы, возможно, пройдем на запад до конца. Так, Сэм, хочу тебе еще кое-что сообщить. Мы изучили данные за тот период, когда ты встретил тех солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но языки, названия, термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали. Все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад. Во время Первой мировой. Это был не сон. И не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Не со стыковки времени. Возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют.
Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов? Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Нет, ты ищешь. Сюрприз. Фрэджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Не бойся, я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок – настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. Тебе, сэр. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ — прибор, а не человек. Мост — да, дитя — нет. Так в чем проблема-то? Этот прибор — орудие. Превращается в живое существо. Оно растет. Мозговая активность повышается. Накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Не вижу в этом ничего плохого. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы.
Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно. Через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это точно поможет? Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай. Вот почему я эти штуки ненавижу. Сэм. Я и так уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Don't stand.